Как это можно контролировать вообще? А это все очень просто, как бы. Ведь человек не может ничего делать, невозможно. Это вот только там, как бы, фокусники рассказывают. Там, они там людей распиливают, при этом они встают. Человек не может делать сложные вещи, очень. Это простой процесс. Просто когда ты смотришь на это снаружи, то кажется, что это невозможно. Но когда ты внутри, ты понимаешь, что это абсолютно возможно. У нас обычная система, как она везде там. Вот есть классические элементы управления. Там. Человек может управлять 6 там, единицами, ну, например. Да? Вот на 6 магазинов у нас супервайзер. Там. На 6 супервайзеров начальник отдела продаж. Там. На 2-3 начальника отдела продаж директор филиала. Там, на 6 директоров филиала там, директор региона и так далее. То есть в ритейле вообще что-то придумать невозможно. Это очень простая вещь. Более того, нам повезло и со страной, и с людьми. Ведь здесь же конкуренция была достаточно низкая. Предпринимательская культура отсутствовала.